соцсети сегодня запустили видеотрансляцию штурма зоны 51 в Неваде. Свое участие в мероприятии подтвердили около 3 миллионов человек. Добровольцы начинают понемногу собираться недалеко от объекта. Ну а все подробности узнаем у нашего собственного корреспондента в США Алексея Осипова. Леша, привет! Вероника, добрый день, доброе утро по-американски. Действительно, в Неваду официально подано это как два различных фестиваля. Собираются люди чуть ли не со всего света, ведь и на завтра, на 21 сентября, ставшее популярным вирусным, шутливое якобы сообщение студента из Калифорнии, размещенное 4 месяца назад в Фейсбуке, пригласило всех желающих штурмовать не очень знаменитую до этого военную базу ВВС США, расположенную в Неваде, имеющую название «Зона 51». А что это за зона? Давай расскажем, вдруг кто-то не знает. Да, много лет циркулировали слухи, что американцы в лице Пентагона и военных общаются с человечками, располагают обломками НЛО, располагают останками гуманоидов, и все опыты, все проверки ведутся именно на зоне 51. Ну, слухи слухами, в них, конечно же, мало кто верил, но случилось непредвиденное. Из Сената США произошла утечка информации. Дело в том, что в июне этого года самолет ВВС США столкнулся с неопознанным летающим объектом, по крайней мере, так было объявлено, так утекло в прессу, и сенаторы потребовали специального доклада от Пентагона. Доклад они этот получили, он был секретный, но кто-то вот проболтался, что в этом докладе фигурировала и зона 51, и вот такая вот очередная утечка, уже подтвержденная высоким уровнем, заставила Пентагон в первую очередь подтвердить существование базы 51, с другой стороны, отвергнуть все притязания на общение с внеземными цивилизациями или разумом со Вселенной, и вообще предупредить всех тех, кто намеревается участвовать в этом штурме, что подобного рода мероприятие не просто уголовно наказуемо, но может еще и лишить жизни людей. Дело в том, что особо охраняемые объекты Пентагона, ВВС, США, может быть открыт огонь на поражение, но проблема еще и не в этом. Дело в том, что Невада – это не самый, скажем так, веселый штат с точки зрения погоды и местоположения в Америке. Это пустыня, там жарко, она мало населена, и те маленькие городки, даже, можно сказать, городочки, в которых объявлены эти фестивали, они просто не потянут не только 3 миллионов человек, но и 10 тысяч. Инфраструктура рухнет в плане того, что не хватит электричества, туалетов, воды, каких-то других элементов, которые необходимы для приема такого количества приезжих. В любом случае, у властей есть возможность объявить чрезвычайное положение. Не знаю, будет ли штурм или нет. Попытки в любом случае уже были. Ну, то есть власти немножко испугались, да, со всей серьезностью отнеслись к информации о том, что будет штурм. Предостерегают, да? Безусловно, они отдают должное тем количеством людей, зарегистрировавшихся для участия в штурме. Они прекрасно понимают, что социальные сети в современном мире могут перевернуть жизнь не только целого города, но и целого штата. Официальные представители Пентагона неоднократно выступали с заявлениями, которые предостерегают людей от необдуманных поступков. Ну и, разумеется, работают спецслужбы, они отслеживают всех тех, кто уже приехал или собирается приехать сегодня или завтра в Неваду, для того, чтобы быть готовыми к возможному не очень приятному развитию событий. Леш, спасибо. Тогда будем на связи, будем следить за штурмом. На прямой связи со студией был, собственно, корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов. Штурм военной базы зоны 51 в США, где по легенде хранят пришельцев, провалился. К воротам объекта прибыли всего лишь несколько десятков человек. Двух арестовали у входа на базу, собственно, ВВС США. Один попытался прорваться через ворота, второй справил нужду в неположенном месте. С подробностями наш корреспондент в Соединенных Штатах Алексей Осипов.
Пшиком закончился планировавшийся штурм военной базы «Зона 51» в американском штате Невада. К воротам режимного объекта прибыли 75 человек. Напомним, что свое желание прибыть в Неваду подтвердили в Фейсбуке порядка 1,5 миллиона человек со всего мира, которые хотели лично убедиться в том, что Пентагон якобы удерживает на этой базе останки НЛО и инопланетян. Мэтти Робертс ради забавы предложил 4 месяца назад взять штурмом «Зону 51». Алексей Осипов, «Комсомольская правда», Соединенные Штаты. Начавшие прямую трансляцию входа в «Зону 51» телеканалы со всего света были вынуждены срочно переверстывать сетку вещания. На экстренные сообщения включение из Невады не тянули. Журналистов было куда больше, чем желающих своими глазами увидеть живых, ну или хотя бы мертвых гуманоидов. Уфолог Юрий Синьков рассказал, откуда вообще пошли слухи о существовании пришельцев на этой базе. Что касается существования данной базы и ореола таинственности, но он, скорее всего, будет еще долгое время, так как люди до сих пор интересуются, и это легко доступная точка, можно поехать и одновременно отдохнуть, посмотреть, так сказать, экологический туризм в данную зону, и хотя бы издалека. Такая теория возникла уже после военных лет, после Второй мировой, после катастрофы в Розвилле, когда был сбит или он упал в данный объект, якобы НЛО, что он был перемещен в данную зону, где якобы его изучали и изучают, и, видимо, так сказать, плотно друг на друга накладывались некие легенды. Вопрос, есть ли там инопланетяне на этой базе? Скорее всего, уже вряд ли, я думаю, что уже давно... Если они были, то переместили. Более, так сказать, надежное охраняемое место, труднодоступное при помощи различных средств перемещения машиной, там, самолетами. База ВВС США, зона 51 или Неллис до 2013 года была засекречена. С развитием технологий в интернете, ну, появились, конечно же, спутниковые снимки ее территории, и американскому военному ведомству просто пришлось официально признать факт ее существования. Военные летчики продолжают заявлять, что вот эта вот зона 51 это всего лишь тестовая площадка для испытания новых систем вооружений. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин, я экономист, но первое, о чем я хочу сказать, не имеет отношения к экономике. Пользователи российских телеграм-каналов, затаив дыхание, следят за драмой, которая развертывается в американской пустыне. Возле одной из самых секретных баз Соединенных Штатов Америки, так называемой «Зоны 51», собралось 1500 человек, их количество увеличивается, а ожидается 5000 человек, которые собираются штурмовать эту секретную базу ВВС США, чтобы освободить пришельцев, которые там якобы содержатся, освободить инопланетян. Была огромная информационная кампания в Фейсбуке с призывом штурмовать эту военную базу. Акцию поддержали более 2,5 миллионов человек, но ожидается, что из 2,5 миллионов человек к военному объекту прибудет более 5 тысяч человек. Но эту информационную кампанию поддержали Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, между прочим, помимо того, что он актер, он бывший губернатор Калифорнии, Чак Норрис, Уилл Смит, многие-многие-многие другие. Штурм запланирован в ночь на 20 сентября, то есть вот примерно сейчас. Американские власти признали существование этой базы только в 2013 году. Легенд о ней было много. Во многих фильмах база «Зона 51» показана как место, где прячут следы внеземных цивилизаций. Ну и власти США стягивают силы к этой военной базе и ждут самых серьезных последствий, как пишут в средствах массовой информации. Причем надо сказать, что эта военная база – это не то, что нам кажется базой. Это в пустыне разбросано довольно много объектов. Общая протяженность, общая площадь этих объектов примерно как Москва в пределах МКАД. С севера на юг более 40 километров, с востока на запад более 30 километров, даже чуть больше, чем Москвы в пределах МКАД. С одной стороны непонятно, что штурмовать, а с другой стороны непонятно, где, так сказать, концентрировать ресурсы для защиты. Но, тем не менее, это интересное событие, которое показывает, что в сегодняшнем мире все больше мотиваций, за которыми следуют люди, они, в общем-то, являются не просто внеэкономическими, они являются иррациональными, и они порождены современным искусством, скажем, современным кинематографом, а не реальной жизнью. Что из этого произойдет в «Зоне 51», мы увидим достаточно скоро. Я это думаю, что ничего не произойдет. Но ажиотаж весьма большой. А что при этом происходит, так сказать, в реальной жизни? 1,5 миллиона
половиной человек собрались штурмовать военную базу «Зона 51». Цель – найти и вывести инопланетян, которых там якобы держат. О «Зоне 51» в пустыне Невада больше полувека ходят сотни самых невероятных легенд. Это одна из самых секретных военных баз в пустыне Невада. Шоссе пришельцев. Это не шутка, обозначение официальное. Знаменитая «Зона 51» вовсе не выдумка, она действительно существует. Каждое утро по рабочим дням не менее 600 человек приезжают к охраняемому терминалу аэропорта Лас-Вегаса. Садятся на один из Боингов с красной полосой на борту без каких-либо иных опознавательных знаков. Самолеты вылетают на север каждые полчаса. Место назначения – военная база «Зона 51», настолько засекреченная, что до 2000 года власти США вообще отрицали его существование. И это до сих пор рождает страшные подозрения. Мол, здесь испытывают летающие тарелки, захваченные у инопланетян. Военные ничего не отрицают и ничего не подтверждают. –